надо чем поближе к горам держаться, да, чтобы медленнее спускаться. Дольше полетаем. Менеджер говорил, что у вас лицензия есть, а где сертифицируют вас? Разные страны сертифицируют. И наши СНГ страны есть сертифицируют, и есть Европа сертифицирует, в Америке своя сертификация имеется. У нас есть европейская и наша СНГ. В этом году весной еще, когда у нас снег лежал, попробовал, ну, первый раз прыгнул с парашютом. Вот у нас в компании девушка была тоже. Значит, там перед пуском-то всегда очень тщательно инструктируют, как надо приземляться, как ноги держать и прочее, даже пробуют. Но когда прыгают, все равно все забывают, и вот она на попу прям присела так. Парашют еще, там снижение очень сильное. Повезло, что снег был там, он как бы, то есть девственно лежал, он как подушка села и все. Поздравляю с полетом. Спасибо. Понравилось? Да, конечно. Понравилось.